всем хаюшки, дорогие друзья. Сегодня у нас эксперимент с кротом, бутылкой и фольгой. Вот такие шарики надо накатать. Ну, мы накатали заранее. Так, сперва нам надо залить крота в бутылку. Бутылка у нас нормальная. Но надо оторвать такой кусочек, чтобы кротом не обжечься. Открываем. Бутылочка, кстати, можно было и в кроте взорвать, но она очень толстая. Но крышка очень хорошая. Открываем бутылочку. Очень плотно надо потом закрыть будет. С наклоном. Побольше на крота. Мы уже сколько раз пробовали, но ничего не получалось. Наверное, хорош. Тут еще на следующий раз даже останется. Так, закручиваем эту. Так, тихо. Ставим. И теперь забрасываем. Взять надо побольше сразу. И начинать хорошенько забрасывать. Как это сделать, я не знаю. Давайте по одной такой закинем. Реакция быстро очень начинается. Его надо очень быстро делать. Вот она пошла у нас реакция. Пошла. Накидываю. Видим, реакция пошла. Будто очень большой жар поднялся. Скидываем и уходим. Раздувает бутылку. В кроте надо. Нет, бутылку раздувает. Раздувает. Ух! Отходи. Как видим, вот такой у нас произошел реакция. Пошли, давайте посмотрим. Подойдем, посмотрим поближе. Вот что у нас из этого получилось. Надо делать это из крота. Попробуем из бутылочки сейчас крота. Ради интереса мы попробуем закидать фольгу вот в эту бутылочку. Эта бутылочка именно из-под крота. Такая толстая, как мы видим. Давайте попробуем с ней сделать. Вот там сзади дымится та бутылка. А давайте мы проверим, что... Ну, очень большой жар происходит. Бутылка-то расплавилась, мы ее успели закрыть. Крота не знаем как. Будет, может быть, побольше надо закидывать будет фольги, так что мы закидаем побольше фольги. Пошел уже эффект какой-то. Да, пошел эффект. Разогревается фольга, разогревается. Надо делать очень быстро. Фу, жар очень горячий. Закрываем очень сильно, хорошо. Закрываем и обратно. Ее, как видим, не сильно так раздуло. Не знаю, что будет. Вот, видели, все равно рвануло. Давайте подойдем и посмотрим. Подходим. Вот там пробило дырку. Да, треснуло. Да, большая очень дырень. Вон, видите, как пробило.